По данным Центризбиркома Чувашии, к 15 часам явка в республике превысила 13%. На одном из чебоксарских избирательных участков сейчас работает наша съемочная группа. Наталья Егорова готова рассказать, как проходит голосование. Мы находимся на участке номер 1941. Он располагается на базе техникума строительства и городского хозяйства. Территория охвата здесь достаточно большая. Все-таки центр города. И люди отличаются высокой активностью. Как видим, все голосующие получают медицинские маски. На входе всем измеряют температуру. С повышенной никто не пройдет. Обеспечены всеми средствами защиты и все члены избирательной комиссии, также наблюдатели. В течение дня все поверхности регулярно обрабатываются, дезинфицируются. Работу здесь, так же, как и везде, начали в 8 утра. Я как житель и России, и своей республики, конечно, хочу проголосовать и хочу лучшей жизни для своих, для себя, для детей, для внуков, чтобы они росли, трудились и, как говорится, оставались у себя дома еще, а не уезжали куда-нибудь, это самое главное. А то сейчас много молодежи не успеют закончить училище, куда-то уезжают. Голосовать надо, мы же, как сказать, выбираем человека, за которым будем идти дальше, вот, поэтому, если не сегодня, то когда? Впечатлениями о первом дне голосования с нами поделилась председатель участковой избирательной комиссии номер 1941 Валентина Викторова. На нашем участке около 2000 избирателей, достаточно большое количество избирателей. На сегодняшний день проголосовало у нас около 500 избирателей. Это достаточно большое количество, несмотря на пятницу. Ожидаем и субботу, и воскресенье большой поток голосующих. Для тех, кто не может прийти на участок лично, как правило, это пожилые люди с ограниченными возможностями, организовано голосование на дому. Наталья Егорова, Михаил Солин, Вести Чувашия.